В Чебоксарском театре кукол прошел творческий вечер театральной актрисы-кукловода Ольги Тарасовой. За 15 лет жизни на сцене ее успели полюбить и дети, и взрослые. Поздравить с творческим юбилеем выехала и наша съемочная группа. Адям, адям, языкам. Эбе, эбе, Оля, пугане. «Теперь я действительно кукла», – со сцены призналась Ольга Тарасова. Ощущение тождественности пришло к актрисе спустя 15 лет работы кукловодом. Каждую роль она не просто исполняет, она ее проживает. «Зачем тебе такие санки?» «Ну я на них катаюсь с горки!» «Ой, а можно мне покататься?» «Конечно!» Ольга Тарасова дебютировала сразу в роли царицы в постановке «Царевна лягушка». Очень удобно, ведь удел молодых актеров – это немногословные животные, а то и вовсе неодушевленные предметы. Затем были спектакли «Кот в сапогах», «Муха-цокотуха». Всего она сыграла 80 персонажей. Муха по полю пошла. Коллеги по цеху считают Ольгу доброй, отзывчивой и позитивной, а еще очень профессиональной. У нее есть чувство ритма, мне в ней это очень нравится. Мы с ней в одном спектакле играем, Бука, это приезжий режиссер поставил. Уже лет 10 в этом спектакле играем. Хорошо, приятно, партнерша хорошая. Какая в жизни, такая и на сцене. Театральной актрисе удается каждая роль. Исполнение Ольги Тарасовой запоминается и завораживает, а куклы в ее руках оживают. Но, конечно, самое главное в этот день для артистки – как оценивают ее труд те, ради кого она старается. Знаете, такая яркая, харизматичная, всегда настолько отзывчивая, настолько улыбчивая. Вот просто приятно ее сегодня видеть на сцене. И очень хочется всегда ей пожелать, и быть всегда такой позитивной, всегда яркой, самой такой талантливой девушкой. Спасибо. Ольга Алексеева, Ирина Лампасова, Игорь Зверев, «Республика».